Всем привет! Кубик с вами. Сегодня мы отправляемся в Кары-Кары. Погнали! Кары-Кары находится на территории регионального парка Вайтакери Рейнджес. И по дороге мы заехали в визитор-центр Аратаки. Пойдемте посмотрим. Реставрируют. Вид шикарный. Красота! Видите там дамбу? Это там мы снимали выпуск про тетеранги. Территория парка занимает более 17 тысяч гектаров. Мы уже были на Муривае, Бэтлс Бич, Пихи и сегодня едем на Кары-Кары. Вот мы и приехали на Кары-Кары. Идем в сторону пляжа. И, конечно же, вы помните, что на западном побережье черный песок. Смотрите, какие утесы. На западном побережье всегда мощные волны. Круто. Зима в Новой Зеландии уже началась, но погода отличная. Круто! А вот и водопад Кары-Кары! We'll be right back.
Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и до новых встреч. Пока!